Комитет Гомелеоблимущества 23 августа проведет очередной аукцион. На улице Советской в Гомеле предлагается здание специализированного назначения. Начальная стоимость чуть более 160 тысяч рублей. В деревне Мармовичи Светлогорского района можно купить клуб. Начальная цена 24 рубля 50 копеек. В деревне Михайловская Калинковичского района на торги выставлен жилой дом. Стартовая цена чуть менее 1500 рублей. Жилой дом продается и в агрогородке Юровичи Калинковичского района. Начальная стоимость более 1800 рублей. На улице Интернациональной в Мозыре можно приобрести нежилое здание. Начальная цена почти 53 тысячи рублей. Здание детского сада выставлено на продажу в деревне Будалюшевская Будокошелевского района. Начальная цена почти 200 тысяч рублей. Подробности можно найти на сайте комитета Гомель облимущества или получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.